Свежая устрица – это вкусно, но свежая мидия – потрясающе. Открываешь их, и перед тобой оказывается чистый нектар. Да, очень вкусно. Стыдно говорить, но в этом есть что-то ужасное. Зато как вкусно. Какая же она красивая. Вот. Я всегда добавляю тимьян и лавровый лист. И никогда не солю. Потому что мидии и так соленые. Никогда их не соли.